Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Huawei P40 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как на этом телефоне включить запись видеоэкрана. Для начала открываем шторку уведомлений дважды и нажимаем кнопочку «Запись с экрана». Разрешаем. Вот и все. Запись видео с экрана пошла. Вот это вот плавающее окошечко вы можете передвигать, зажимая и удерживая вот эту вот кнопку. Просто, короче, таскаете его. Просто берете, даже не удерживаете, просто берете и тащите, перетаскиваете его по экрану туда, где вам удобнее на него не смотреть. Тут вы можете включить, либо же выключить микрофон, ну, либо же, нажав на красную кнопочку, выключается запись. Если вы нажмете и будете удерживать на кнопку «Запись видео с экрана», то, к сожалению, у вас ничего не произойдет, потому что этот телефон не поддерживает настройку этой программы, да, то есть он просто будет записывать звук с микрофона, но не с самого телефона. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если у вас возникли какие-либо вопросы, тогда задавайте их в комментариях, буду рад им почитать. А если вдруг действительно будут какие-то стоящие вопросы, тогда подписчикам, конечно же, отвечаем в первую очередь, не подписчикам отвечаем тоже, но чуть-чуть попозже. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых видео. Пока!